Демографические проблемы есть, и понятно, что правительство, руководство страны вынуждены уделять этому очень большое внимание. Вот такая мера, как, ну, скажем так, облегченная процедура выдачи российского гражданства, да, она, наверное, конечно, будет стимулировать многих. Но вот вопрос вопросов – это кто нам нужен, знаешь, так сказать. Это же очень тонкая вещь. И вообще вот сама миграционная политика, будь то то, что касается проблемы внутренней миграции, которая, кстати говоря, на самом деле она не менее, а может даже более острая, чем проблема миграции внешней. И то, что связано с мигрантами, которые приезжают извне, очень много мнений, что надо вот шашку наголо и принимать решение, что вот или туда, или сюда. Это тончайшая материя. Вот в ней нужно настолько тонко соблюдать баланс. Баланс сил, вот все нюансы, очевидные и неочевидные. Поэтому на выдачу гражданства вот в полной мере все это можно переложить. Вот ровно все те проблемы, которые связаны с миграцией, ну просто если там миграционные дела, они касаются там сотен тысяч, уже, наверное, даже миллионов наших граждан, то ну, выдача гражданства, конечно, не будет в таких объемах производиться, но вопросы будут там все те же самые. Кто нам нужен, как нам решить проблему коррупционной составляющей. Ну, даже, наверное, не стоит об этом разговаривать. Самый главный вопрос – это привлечь и дать гражданство людям, которые нужны и будут полезны нашему обществу. Вот что самое главное. Понимаете?